Третья моя звездочка. Мы с вами будем смотреть Димаша выступление со Скримин. У меня, кстати, есть реакция на клип Димаша. Вот. И я нашла, и я готова сейчас смотреть вместе с вами. Поехали. Как я люблю вот эти вот все азиатские презентации. Интро. Потерялся. Ого. Гляньте, люди, там все пылает. Это обаяние Димаша. Зажгло сцену. Сейчас этот огонь перекинется назад. Так, это похоже на корабль. Вау. Мне так нравится. Мне вообще эта песня нравится у него. Вау. Люди, там кто-то ползает. Сейчас станции будут. Это было капец как неожиданно. У него манера исполнения изменилась. Короче, он показывает себя прям во всей красе. Толпа с табличками. Клёво сделали с хореографией. Офигеть. Офигеть. Боже, какой же он клёвый. Милашка. Это так клёво, у меня сейчас лопнет лицо. Такой котик.
Тут так классно еще монтаж. Ну, как бы постобработка. Офигеть! А, люди, блин, это так круто, когда ты в зале находишься, наверное. Что у него с выражением лица? Ой, ты боже, ты моя! Звездочка, звездочка. Короче, да, как вы и говорили, это, короче, будет моя тема, да, моя тема, я такой очень люблю, потому что Димаш молодой красивый парень, в нем столько энергии, и поэтому мне клево видеть выступление в таком современном стиле, разрывном стиле, под который можно просто вместе с ним сходить с ума, поэтому, да, это то, что я люблю, вот, и в целом мне бы очень хотелось видеть побольше такого шоу, было китайское. Я не знаю, почему мне говорили вроде Лондон, а может быть я что-то напутала. Но, короче говоря, вот мы с вами посмотрели. Пишите свои отзывы в комментариях. На этом все. Таран-таран, с вами была Ариран. Я всех целую, люблю. Пока-пока.